Зачем он там остался? Вот, человек не играет на боте. Пикнул Брэнда. Лесник мейнер, которому не дали пойти в лес. Я чувствую, сейчас будет веселье у меня на боте. Оно уже началось. Сейчас этот Брэнд такой будет это исполнять. Из-за Брэнда, из-за того, что он дал вэшку в пак крипов, просто так дал вэшку в пак крипов, там даже противников не было в той области. Просто так дал вэшку туда, я из-за него не залосветил телегу. Начинается размен на боте. Брэнд не прожимает самонерку, которая нанесла бы там, ну, достаточно урона, чтобы убить ту же Кейтлин. А это только начало. Это только начало игры. Он уже 10 раз ошибся за 5 минут. Он не играет на боте. Он не играет на сапах. Лесник мейнер.
Боже. Ладно, первый блин комом. Первая катка за сегодня. Не повезло. Ну, не повезло с командой. Ну, ничего страшного, бывает. Главное, чтобы подряд 3-4 таких блина не было. А то я задохнусь. Я задохнусь и взорвусь, боюсь. Если 3-4 подряд будет вот таких вот блина смачных на боте. Я боюсь, я не выдержу. О, господи. О, господи. Кейтлин просто так телепорт скастовала. Я промахнулся кушкой, а Брэнд не додумался дать автоатаку. Хочу пластину съесть и бэкнуться, но не получится. На самом деле это лучшее решение, которое он принял за эти 9 минут. Это уйти с бота и помогать, ну, другим людям на линии. Прикольно. Он успел настакать за 2 секунды, успел настакать ульту и съесть меня. Под вышкой. Играй, Рома. Таких как Брэнд нужно гладить по головке.
Знаете, есть саппорт... Есть саппорт цветочек, а это саппорт сорняк. Он вроде что-то может сделать, но он мешает. Он мешает. Он мешает людям в команде, союзникам. Он мешает. Вроде контроль есть, вроде урон есть, но он мешает. От него не пахнет хорошей игрой. От него воняет. Воняет анскиллом. Я не могу это дефать. Они меня убьют. Классная игра, когда ты соло на боте стоишь. Офигенная игра. Красава. Мало у меня урона. Ну, у меня предмета нету, там уже 1,5 предмет собран. У Кейтлин. Нужно дальше пушить. Hold it.
Тут Варвик был. И не только, походу. Ну, я жду, когда кто-то ко мне придет. Ой. Я дождался.
Он выживает. Блин, он выживает. Он выживает. Мне не хватило ульты, мне не хватило флеша, мне не хватило... Мне не хватило мифика. У меня нету мифика, он уже третий предмет начал выкачивать. У меня до сих пор один предмет. Не на шару заберут. Ну, может, подойдет кто-то, не? Что там Орн делает? Зачем он туда один зашел и дрался против четверых? Зачем? Госдачу нажмем. Зачем Орн зашел в четверых вражеских героев и дерется один там? Пусть спушат, пусть спушат уже побыстрее закончить эту катку.
Блин, да идите мид пушите, зачем вы со мной гоняетесь? О господи, враги тоже туповаты. Идите, заканчивайте, пушьте все это. Они пошли меня на топе убивать. Не могли сейчас закончить игру. Они выиграли тимфайт в ноль и могли игру закончить. Там еще на шорт, по-моему, был этот баф. Я не могу двигаться. Я не мог двигаться, что за... Мне не хватило урона силы шторма, да есть 200 хп люксы. Странно. Я почему-то прям на 100% был уверен, что я ее убью.
А чего я умер? Пассив КГП, да? От старости умер. Вот видишь, враги реально, как оказалось, тоже особо умом не блещут. Они могли закончить игру, когда я просто пошел, грубо говоря, сливать, пошел топ пушить. То есть они зачистили всю мою вражескую тиму. У них был, по-моему, нашор, баф нашора был. Они могли пройти, собраться все вместе по миду и снести. Нет, они должны... Они оставили мид и пошли все меня на топ убивать. Все. Все собрались дружненько и пошли. Там хватало одной люксы меня на топе убить. Ну, либо просто подефать топ. Они решили просто так собраться всей фуловой командой и убить меня на топе. Бесполезного. Теперь я не буду это сливать. Я не буду этим сливать людям, которые сделали такую ошибку. Я не дам это проиграть. Не дам им победу. Не, надо забрать. А, его нет. Да дайте нажать кнопки. Контроль, контроль, контроль. Да ты на Самире так себе играешь. Может, просто вчера у тебя плохо получалось со мной. Ты так себе на ней играешь, ты на других героях получше играешь. Ты плохо фармишь на ней. Не знаешь, когда тебе нужно залететь. На Фелии ты лучше играешь, на Кайсе ты тоже лучше играешь, а на Самире плохо. Я тоже на Самире плохо играю, не мой это герой. И фармлю на ней тоже плохо. По первой катке не судят. Ну, мне кажется, и во второй катке ты бы так же отыграл. Я видел, как ты кнопки нажимаешь. В целом. ГП. Проблемы с бочками.
Ну вот закажешь мне игру и возьмешь Самиру во второй раз. Я не буду ничего смотреть сейчас. Просто поиграешь на Самире в следующий раз со мной. Посмотрим. А, все, они сдались. Видишь, я соло выиграл. Я их уничтожил у себя на базе. Орн, несмотря на свою ошибку возле дракона, он в миду неплохо втанчил. Он там трипл килл, по-моему, сделал возле Т2. Мне кажется, он тоже внес хороший такой вклад в победу.